В Ереганефти запустили новые очистные сооружения. Система позволит до минимума снизить воздействие производства на окружающую среду. Природоохранные объекты ввели в строй на промплощадках всех трех нефтешахт. Общая мощность очистных сооружений почти 18 тысяч кубометров в сутки. Как рассказали в нефтешахтном производственном предприятии «Ереганефть Лукойл-Коми», новые очистные принимают дождевые и талые воды, которые образуются на производственной территории, а также стоки от производственных объектов и хозяйственно-бытовые. Все это проходит многоступенчатую очистку на новом современном оборудовании. В итоге очищенная вода используется для подготовки пара, который закачивается в недра при добыче высоковязкой нефти. Процесс проходит по замкнутому циклу, что позволяет минимизировать забор воды из природных источников.